Снижение в порядке. Выходим на конечную скорость. Понял, Ромео-1. Вы зачистили периметр. Купол свободы построен для отражения угрозы цефов. У тебя преимущество. Части СЭЛ готовят ответную реакцию. По нашим расчетам, у вас около 30 минут. Выделенная зона еще безопасна. Активность... Это Клэр, региональный командир Нью-Йорка. Она не солдат, большую часть командиров мы потеряли, но она отлично справляется. А теперь ты, значит, готов подчиняться? Ты знаешь, на этот раз все по-другому. А, черт, она заставила меня поклясться, что я никому не скажу. Формально я же держу слово, да? Взгляни, прямо из шкуры дерни. Экспериментальные нанотехнологии. Но, надеюсь, оно того стоит. Ну вот и он, купол свободы. Здоровенная потная подмышка. В костюме незаметно, но припекает тут как острейшая карри. Многое изменилось. Вот как все началось. Люди шли в СЭЛ ради дешевой энергии. СЭЛ генерировали ее бесплатно, а это вне конкуренции. Скоро они стали монополией, и счета начали расти. У людей не осталось ничего, кроме долгов. СЭЛ выгнала их из домов и загнала в добровольческие лагеря. Это было рабство. Осторожно, минное поле. СЭЛ использует хитрые штуки. Взрыв только при появлении неавторизированных объектов. То есть нас. Проверь нановизор. Используй костюм, чтобы подключиться к минам. Отключи их. Этого должно быть достаточно. Пойдем. А? В чем дело? Ничего. Просто скачок напряжения. Прошло. Помощь нужна? Просто. Высовывайся.
Ты как? Ничего нет. Вот, знак смерти. Если оно тебя заметит, тебе конец. Назад, давай назад! Чтобы они не нашли, сейчас она мертва. Далеко до 34-й стрит? Пара километров. Сначала нужно обойти огневой мешок. Нет, цел приближается. Нет времени идти в обход. Радиус поражения и скорость огня в пределах допустимого. Прорвемся здесь. Слышали, сволочи? Да я вас всех порву, да? Идите сюда! Я вас урою! Ты двинулся крышей? Эти стволы тебя разорвут. А, картинка сложилась? Они отобрали мой нанокостюм, пророк. Человек? Я человек! Знаешь, что я принес в жертву, чтобы остановить цепов? Как мне это вернуть? Черт. Итак, каков твой план? Поддержка. Опознание и уничтожение целей. Разведка. Все самое веселое тебе. Ты не тот псих, которого я знал. Все меняется. Буду называть локации, которые вижу. Например, это в секторе 1 Дельта 0. Это потенциальные локации для запаса оружия. Башня 3 Дельта 3 – наша основная цель. Как только доберешься, мы вырубим этого ублюдка. Сектор 1 Дельта 3. Нормально. Вот. Сектор 1 Дельта 0. Сектор 1 Дельта 2. Что-то вижу. Это все. Разведайте, что у нас есть, и пойдемте в следующий сектор. Здесь никого.